Добрый день, вас приветствует компания Церих в лице Андрея Верникова. Сегодня рынок начал торговаться с повышением. Давайте посмотрим, что было на прошлой неделе. Многие со мной согласятся, многие со мной не согласятся, но мне кажется, всех просто удивила позитивная динамика рынков развивающихся, особенно после того, как в Бразилии понизили рейтинг, и нам тоже аутлук рейтинга три агентства снизили. Moody's в конце, там два в начале недели, и мы никак не отреагировали. Есть все-таки рынки сильные у нас, это Индия, Бразилия, только последние, можно сказать, 6 дней торговых, и на этом фоне, конечно. Вот. Также у нас есть сильная нефть. Значит, посмотрите, что было в эти выходные. В эти выходные была встреча руководства Саудовской Аравии и руководства США. Многие боялись о том, что будет достигнута договоренности о повышении поставок, квот поставок цен на нефть. Но этого пока не произошло, либо мы об этом не знаем, потому что котировки нефти стоят устойчиво. Одна из причин, почему мы об этом можем никогда и даже не узнать, потому что Саудовской Аравии на самом деле невыгодно снижение цен на нефть. Бюджет Саудовской Аравии балансируется при цене $85 за нефть. Поэтому то, что сейчас нефть ходит в диапазоне $104.7-$110 за баррель, это на самом деле не так плохо. В общем, разбалансировать можно. Но мы знаем, что было, когда разбалансировали цену на нефть в 2008 году. Тогда цена упала с 140 до $36 одномоментно за 5 месяцев, за 6 месяцев. Да? Еще что было, значит, несколько событий, вот эти вот украинско-российские конфликты, крымские, они несколько ушли на второй план. Значит, это тоже помогло нашему рынку подняться. Сейчас в дело пошли посредники международные. В частности, встреча Лаврова и Керри, хотя она не принесла каких-то, в общем, немедленных плодов, но тем не менее радует то, что сейчас урегулирование пытается перейти в дипломатическое русло. Не военное, а дипломаты работают. Это уже хорошо, на самом деле. По итогам недели был очень важный уровень, 1350 пунктов по индексу МВБ. Не удалось биржевым быкам закрепиться выше этой отметки. Закрылись ниже. Вот сейчас мы пришли, торгуемся, значит, в понедельник с утра выше, но насколько это устойчивая тенденция, тут надо поспорить и подумать. Потому что, во-первых, это последний месяц квартала, когда управляющие хотят увидеть красивые котировки. А во-вторых, главное событие недели, это заседание ЕЦБ, будет только в четверг. Вот поэтому мы сейчас не можем пока реально оценить силу рынка. Мы только можем сказать, что коррекция, которая идет на рынок развивающихся, она сейчас пока закончилась. Понижательный тренд, который был с ноября прошлого года, пробит наверх. И в этой ситуации, скорее всего, наш рынок будет показывать боковую динамику, в рамках которой в апреле, скорее всего, мы увидим очередное движение вниз, возможно, в район 1240 по индексу МВБ. Так что, кто хочет сейчас купить акции, он может это купить. Лучше повременить и купить в апреле, когда цены будут несколько ниже. На этом компания Церих желает вам хорошей трудовой недели.